Доброе утро, друзья мои. Рада приветствовать вас у себя дома. Меня зовут Ирина. Я рассказываю о цветах и о цветах в интерьере. Кто давно меня знает, да-да, вы не ошиблись. Сегодня у нас, как говорят профессионалы, другая локация. Ну, всего лишь навсего я снимаю из другой комнаты, не из Таиланда, так сказать, моего спального, а из комнаты младшей дочери. Ее зовут Марта. Кстати, вот ее фотография, где, наверное, годик, может быть, ей. Сейчас ей 18. А подарок мы соорудили для старшей дочери. Ее зовут Валерия. Я редко хвалю своих детей в глаза. А за глаза хочу сказать вам, что вот старшая, вот сейчас я показываю подарок для нее. Мне повезло. Помимо того, что она красавица, такая жгучая брюнетка, поверьте мне, когда она идет по улице, машина останавливается. Вот, честно вам говорю, женщина оборачивается. Помимо всего этого, она красавица. Помимо того, что она красавица, она работяга, такая, знаете, рабочая лошадка, совершенно не ценящая свою красоту. Так вот, вот эти вот очаровательные голубые горшочки, ну, их можно сказать не только голубые, модным цветом называют тиффани, мята, но такой модный в интерьере цвет. Есть у нее, у Леры, друзья, ну, люди, которые могут себе позволить какие-то необычные, может быть, даже дорогие иногда вещи. Муж подруги любит молочную продукцию кушать вот из таких вот горшочков. Кто не видел, вот рассказываю вам, глиняные, настоящие. Сейчас даже давайте посмотрим, кто производит. Вот видите, настоящая терракота. Сейчас прочитаем. Коломенское молоко. Уверена, что и продукция наверняка вкуснючая. И, в общем, у этих друзей накопились вот такие баночки. Они как не зря... Ой, как я заговариваюсь. В общем, они идеально подходят под интерьер квартиры, в которой живет моя старшая дочь. Ну, если можно так сказать, если можно выразиться, белый лофт, то есть там белые кирпичи, вот так вкрапление вот таких вот как раз цветов, бежевого, тиффани, чуть-чуть розового. Ну, в общем, я считаю, что это будет отлично. И, в общем, все мои какие-то излишки суккулентов вот сегодня были посажены в такие вот горшочки. Много всех. Вот смотрите, здесь вот каланхоя войлочная. Это кто у нас? Наверное, пунция. Даже литопсы. Ну, естественно, что здесь у нас поселились и толстянки. Вот два вида. Каланхоя вот такая перепелочка. Кактусы. Немногие поместились. Конечно, посмотрите, какие они малюсенькие горшочки. Но малышки могут существовать, тем более, что суккуленты, не стаю их восхвалять, очень непривереды. У нас даже остались еще лишние горшки. Но найдем кого-нибудь, еще подсадим. Это не обязательно могут быть вот такие глиняные горшки. Я считаю, что это будет любая, маломальски. Вот чего я сегодня заговариваюсь, вы не знаете? В общем, любая маломальски симпатичная по форме посуда может быть обыграна под стиль вашего интерьера. И вот так стильно они могут расположиться где-нибудь на окошке, на солнцепеке. А у Леры как раз огромные солнечные окна. Я считаю, что будет вполне симпатично. Не могла отправить ей посылку, пока вот не сняла для вас. Обнимаю вас виртуально. Целую. Пока-пока.